А кто у нас по зеленым линиям идет? Браво, что ли? Альфа, альфа. По левой Че, зеленой. Высадка альфа с другой стороны? А, как-то понимать. Сложно. Все. Все сложно. Это я предложил, вы можете свой план. ББ будут прям рядом с танком. Просто по берегу, я считаю, там самое такое. Я просто за оборону на этой миссии уже был. И если они в городе будут сидеть реально, а у них задача сидеть в городе, оборонять город, выживать, у них с этого направления по берегу, ну, не очень хороший обзор. Даже если они там будут сидеть чисто в сторону, то наблюдать все, то могут пропустить. Там, там тем более зеленка, канава, то есть конкретно прям такую ров. А, это миссия. Да. Да, Паша там сориентируется. Главное быстро всосаться в город. У снайперов какой канал будет на рации? Отряда Браво, короче, сидит на ББ. Запускай. Хорошо, на КВ вышел, да? Я бы тоже сделал. На ДВ есть кто? Проверка ДВ. Прием. А что, это документы нужно проверить? Чего там блестит? Ну я тебя в эту речь слышу, лучше в эту кавычку говори. Да, ладно, пойдем. Что у вас? Все, нам без стыда. Дончик. Да, понял. Поздан, стой. Как он? Нам едет 9 по Марсу. Чек, я вижу. Звук какой-то происходит, ты мне какой-то... Машину вижу. Стой. Шака у нас на 130. 130 это мало. Уехал налево. Давай дальше вперед полный. Пехотинец там остался. Он на пехоту едет, стой. Вас трое там или четверо машинки? Просто у вас кто-то там бегает, еще отбежал далеко. Это СВ, да? Понял, скажите, я стою, наблюдаю за вами. Поздан, давай вперед к машине, прям туда закатывай, наверх. Мы их прикроем. Ну, машине есть. Ребята, посмотрите, на вест бежит кто-то по пустыне, два тела бежит свои, нет? Я спускаюсь вниз, с стороны 160. Это где-то 170 примерно, свои, да? Я могу попробовать. Стоп. Назад! О, отлично, стоп. А, вот он попал. 140. Да я вижу. Звуком какая-то фигня. Укатывают.
Да, я по Аптуру пытаюсь работать. А, на Аптуру есть? Да, он не долетает, дальности не хватило, нам повезло. Ну, что там двигается? Бывает. Так, кого мне ловить, Птур или эту хрень? Я не знаю, что опаснее. Мне кажется, Птур пока не долетит. Ну, пока он не долетит, мы можем перейти. Ребят, вы снимайтесь отсюда, мы пока вас кроем. А то мы сейчас, закончим все очень быстро. Так, не можешь посмотреть, у тебя хоть как летал на 109 штук. Слушай, если выйдешь чекал, что? Не вижу, у меня там просто камни. Опоздан, давай поедем на 109. И как раз к шакалу сейчас выйдем из-за горы. Я спереди вас, я на нижней обернулся, еще шакал на себе. А по холму бежит сейчас кто свой, да? Нет, там? Нет. Где был шакал, да? Понял, все, хорошо. Еще два. Надо крабу продвинуть мысль про широкий прицел на месте наводчика. Почти у тебя там за горой мог шакаю быть, но он уехал, наверное, тот уже. Опоздан, я высунулся, если что, буду смотреть. Где, где у тебя? Я близко, где? Потом тебе. Где шакал был? Нет, за... За камнями? Бил, бил. А это, наверное, этот, с Птуром, который был. Что там? Бег, блядь, с тобой. Мертвый или нет? Убил его. Отлично. Ну, давай выкатывайся. Так, может. Правый. Шакал справа, 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 на 245. Вперед, вперед, полный вперед. Шакал на штывах, шакал. Давай на 260 лучше подавай. Танки стойте, дайте спрыгнуть. Там шакал был, зачем? Там шакал был, мы его догоняем. Блин. Маша, тебя убила? Нет. Что, да, он да. На лав не попал? Нет, он взорвался у меня перед лицом. А, почти. Как взорвался? Ну, он взорвался в воздухе, недолет. У него, видимо, ограниченная дальность. Просто да. Мы перепутали машины, короче, да. И мы поехали вообще в рандом. Потом нам сказали, что мы не тех машин. Мне повезло. Я сначала с Инлавы получил, потом еще с любой пошел на вас. Паша. Вы таки остановились, блядь. Что? Ты с пулеметом был. На танке я был с трюком. Вы там какой-то пулеметчик увидели, и потом легли такие все вместе, начали стрелять. Мы просто бегали, короче, по местности, тупо осматривались, увидели пулеметный силуэт, бежит, подумали, свой, в итоге бегались, расстреляли парни. Это пулеметчик вражеский. Потом танк возле нас остановился, там метрах 150. Мы уже другу достали, как по нам отработали. Танки долбоёба! Я умер. В танке уже один мертвый, строка нет. Сел новый строк, ничего понять не может. Умный, блять, очень. Я только выглянул посмотреть пошире, в оптику ни хрена не видно, выглядываю, и впереди шакал стоит, прям сразу бьет по мне, и все, я не успел засунуться. Шакал вообще сбоку, они вот на танке не туда смотрят. Ну, он по кругу катался, то есть было сложно догнать его. Если бы не шакал, то мы... Да. Там выбора ноль.
А мы вначале охоту решили устроить на танк, а потом такие видим пулеметчика и убили его, а потом дальше охоту устроили. Там вообще полный рандом был у нас. Нет, это полная координация. Согласись, мы вообще ничего не знали, что делать с ним. Паника, паника. Да. Нас просто выбросило на такие, парни, мы шакали. Вышли такие, потом они погнались. И вообще там бросили нас на произвол. Мы, короче, решили идти обратно в лагерь, потом передумали, подумали слишком долго, а потом решили ждать танк, ведь у нас как, было блядь, собак. Стреляться? Да, да. С кого? Да с калаша вроде, блин, точка там метров 60 было, я стреляю выше, не попадаю, ниже, не попадаю, прямо, не попадаю, блядь. А у тебя, может, предустановка там стояла метров 800 по пейджап, пейдждаун? Доник, ну стрельни ты уже, ё-моё, ну что ты там вокруг ходишь танка-то? Ох, сейчас охота за танком идёт. Блядь. На самом деле мы с тобой были очень близки. По деньги. Да. Ты же вроде тот прицелился, если бы я увидел, да? Да, я такой, блин, прицелился на... Забыл, блин, надо вылезти. Ну, перезайди, короче. Лицо, блин. Потом прицелился опять, и бум. Это место. А я, короче, в маленькой травке лежал. В итоге, когда толк двинулся, меня убили. Надо будет посмотреть, кто все-таки того пулеметчика убил. Я не знаю, может быть, я. Она. Общий кил. Так, грифон выбит сейчас, по-моему, танк. Краплор? Да, крап. Ну давай, да. Просто в да. Бах. Мы покатались. Да. Надо было уезжать оттуда. Просто охота за танком. Была. Да мы пытались понять оттуда, потом, бля. Да, это понятно. Это была самая большая ошибка. Ну вы могли умереть еще раньше, если бы кто-то левый не убил нас. Мы бы уже взорвали. Если бы Паша не высунулся, было хорошо. Так я высовываюсь, так, представляешь, смотри, я высовываюсь, у меня прицел трясется, я ничего не вижу вообще. Я высовываюсь, думаю, сейчас получше, что-нибудь посмотрю. То высовываюсь, ты выезжаешь прям на этот, на шакал, и он прям по мне бьет. Паша, знаешь, как тебе повезло, когда ты заезжал на эту горку? А что смотрю, башня такая высовывается, хоп, останавливаешься и назад едешь. А, вот я уже понял. Я уже труба готова такая была. И до нас Тур долетел. Тур до вас долетел? Нет, он взорвался в воздухе. А с чего нас тогда рубанули? Трубы? С вас, с М136 вас увидели. Бля, а сколько Тур не долетел? Он... Не знаю, на метров 300 он, наверное, не долетал. Ну да, он близко достаточно. Я уже видел, как ракета подлетала, и она у меня прям в прицеле, практически весь прицел заполнил взрыв. Это краб и грифон получается. Ну. Ну. Я так и понял, что они сбоку поехали, получается, бежать через город. Ну наши зато добрались до города, там в городе. 4 человека. О, БТР захватили, пацаны. Толку. Да теперь что с ним делать? Колеса меняют. Это самая интересная часть игры. А там кто-то с сеткой бежит у этого Карыча за стенкой. Строительством занимается. Кто это такой? Ой, он вышел даже и зашел обратно. Ворон. Ворон строитель. Ну, в Майнкрафт не переиграл. Не доиграл, вернее. Ну, представляю, выражение, сидишь, смотришь, а там, короче, просто проволока из ниоткуда появляется. Опа. Да. Кого он там? А, в кустах? Ворон, блядь, сзади. Пёс. Ворон. Нет. Да, ворон. Ворон, тебя сзади зашли, что, не слышал? Ворон? Чё? Ворон. Ты не слышал, у тебя там люди ходили?
Так это вроде бегали. Кто? Нет, это не бот, это этого человека прям за забором было. Ты прям вышел такой на улицу через проход, так сетку поставить. Прям под забором, я смотрю, типа, боты гоняют, от них топ ужасно идет, я просто перестал обращать внимание на них. Я понял, да. Ты такой вышел из-за двора, такой, сетку ставишь, а у тебя там два человека сидит, они тебя увидели. Не, я первый раз, короче, ботов увидел, когда в доме в двухэтажном сидел. То есть, слышал, мне под забором шляется, просто обращай внимание. Ну, решил обратить внимание, там женщина одна ходит, как слон. А чё там куча этот рыбок сидит просто в поле? На лес виднеется. Вот сейчас красным бы нам быстрее бы зачистить этот город, пока подкрепления нет. Вэр. Хотя уже приехали. Вэр, тут? Подышно. Так, все, плюс 3 человека. Телефон там. Котлетки приехали. Кто приехал? Шульман? Там, короче, Бонзай. У Шульмана и краба такой там вот срачик развился. Из-за чего? По поводу. На танк это метку не поставили, короче, краб бомбил Шульману. Наехал на него, типа, у нас тут завязан с своими метками. Понятно. Я ж наушники просто себя скинул от крика Шульмана. Тимспик не завис от крика Шульмана. Нет. Он это выдержал. Ну ничего, основная группа подошла вроде как нормально. Че, не монтировать не могут? Кого чего? Офигеть, там Шульман еще кому-то подходит, дофига человек. Да, не успели они зачистить, пока не было людей. Сложили. А Сдоник все? Угу. Да. А Сдоник, ты в курсе, что у тебя краб забрал фраг танка? Да, я знаю, я в шок этому танку, и эти, блин, прикатили собаки. Шульман вышел на то же самое место, ему то Сдоника убили, он туда же приперся. Ой, Шульман. Ну, короче, двух челиков остановил, мы это великое. А он пришел во двор, где там красный сидит? Эх, блин. Шульмана, как всегда, в спину застрелили. Позади, блять. О, Паша. Как всегда. Не услышал, не увидел. Что расскажу? Что? Я купил арму и вообще узнал про арму твоего канала. Понятно, повезло. Фанат. Я просто понимал, что типа натушенное, типа слишком хардово. Потом, короче, смотрел в итоге, присмотрелся на стрел, типа мало челиков. Вроде возраст не так нужен. Ходи на вок, будет бонусом крик Шульмана. Да. На каждой игре. Я на вок не хожу, у меня часы. Боевой клич. Чего у тебя на бок? У меня часовой пояс говенистый. Я думал ЧСВ. ЧСВ. Запищал. Тоже слово сильное подумал. Кандашники граду. Да, я фанатки. Краб совсем ошалил. Палатки давят. Я смотрел расписание игр на армии 3, и вот там как у нас 4 часа. Давай, главное, с трубой кто-то видел, а это колодок видел с трубой, через не захотел стрелять. Что-то как-то быстро наши закончились. Но... Да это все бонзай на своем чекали. Катается тут. Ну зону плотно зашли. Шульман. На это был расчет.
Ну. О, достаёт. Растихляй. Пана крабу. Ладно, да. Попал. Тра-та-та. А тут еще один. Это кто попал? Карыч или кто? Карыч. Краб бомбанул. Ну я за этим, в общем-то, ехал. О, грифон еще поломался, ёпта. Ой, а что с ним такое? Там, короче, ворона. Набрёл. Фильма ехать, ничего не говорят. А красиво, слушай, шакал застрял. Что? Я снял за краб. Красиво. Да. Гонцы бьют. Почему? Краб еще жалуется. Убил танк, еще жалуется. Да. Два человека замаслил. Грифон что, наехал, что ли? Да. Нет, он... я приехал, вышел из нее и... Пошел, блин, отшакелищем. Брат, в зону, что делать, короче? Принять по врагу издалека или в зону ехать? Для издалека. Метку давайте, метку нет. Все при этом каждую минуту... Никто не жалуется, краб. Нет. Меток. Так это не зона, говорил, это чуваки, которые выехали из зоны. Жалуется только краб. Их били. Товарищ Холодок сейчас говорил, что его дом там обстреливали постоянно. Он закричал, что в палатках враг, короче. Холодок противник. КВшку, КВшку слышал. Я сказал сегодня фразу на запада, штурмуют и метки. Так он там живой, что ли, остался? Сказали, в палатках враг, давлю палатку. На что? Пошел. Так вот, я так меня свои убили? Да ход дог, я убил. Нет, я мотов. Хачу. Ход дог. А, так он в том доме все-таки сидел? Да рядом да. В доме сидел. Ну, Банзай проводит полевое стреляй. Тестирование шакала. А ты видел, как я в окно попал в доме, когда он перезарвался? Такое Банзай, не ответ операции. Ты уезжает. Ну чё? Всё правильно. А Сдоник, а смысл Сэмки по Т-шке 34-й стрелять? А ну объясни мне. Я Сэмки стрелял по Т-шке? Ну помнишь? Да. Ну кто-то стрелял, я не знаю, кто-то не со стрелкового стрелял по танку, я думаю, какой дебил. Ну, кончегарали, почему нет? В смысле, я? Ну, смысл стрелять? В смысле, сразу? Дура стрелял. Смысл в том, что начинает танк водить, останавливаться, начинает сразу искать фраг. Пока ищет фраг, к нему подбегает другой чувак с РПГшкой и стреляет в танк. О, сейчас пес убьет. Ну давай, пик, стреляй. Я вначале остановился из-за вспышки от ранения. Убил? Да. Ты с автоматом просто можешь? Да. Ой. На, типа. Вот и кажется, что вся зона самая. Вся зона противники. Все, последний осталось. Остался-то один. А БТР стреляли сюда так или нет? Это краб гонял. А неожиданный поворот событий. А я думаю, выиграю. Ну. В принципе, камбэк и дрил. Все, потому что я фукашил и прибежал. Какая следующая пошла? Ну, новую, наверное, включим. Если 25 человек, да не больше 25. Все, руби, Паша. Ты, Карич, гранату закидал. Кого? А ща, классика. На ГПшке были. А здорово, че? Ты мой смотрел? Блин. А? Чего? Все, ладно, посмотрю. Вот сейчас последствия. Миссия? Две ГПхи. А вы как-то проверяете их уже сами? Ну, он миску сделал, просил проверить. Какой-то прицел ГП. Нет, я тебе скажу, как проверять, короче, если она запускается и работает, то все, короче, больше. Я упрощу, если есть чем стрелять, все. Все нормально. Но может запускаться и не работать, понимаешь? Есть нормальная. Не, подожди, я еще брифинг там доделаю. Брифинг даже не важен, он может вообще там крокозябин. Фотография как один. Ну можем без брифинга играть. Брифинг. Изи. Мы когда-нибудь брифингуем что-то. Да рубите миску, один остался. Как сюда. Подожди, дай умереть ему с честью. Понял, полностью. Это прекрасно. Вот. Изи, когда. Ля гонза, ля гонза. Да меня худок убил.